За дефицитным товаром человек поедет куда угодно. Также человек поедет куда угодно за низкими ценами. Потому что продаж достаточно просто покукарекать. И все, любая точка города в вашем распоряжении. Сейчас дефицит, кроме всего прочего, еще и информация. Потому что до кризиса, к примеру, автомобильных передач на 11 эфирных каналах города Магнитогорска было аж 7 штук. Теперь выжил один автостоп. Ну и там гибриды всякие. Полудурки. Вот. Куда можно приехать, чтобы масло шел поменять? Теперь это Шелл-центр, который располагается вот здесь, напротив дома по проспекту Ленина 140. Пока здесь нету ни баннеров, ничего, но панораму увидите, да? Форум, арена Металлург, там еще храм. Вот, вот если вы все это увидели в одной точке, то все. Направо поворачиваете, тут пока еще фрагментарно стройка идет. Но за фирменным шелловским маслом это вы сюда приезжаете. Оно здесь дешевенькое, дешевенькое. Человек с крайней неохотой признает свои ошибки. Но только не я. Так вот, увидев фирменные масла Shell в 200-литровых бочках, скажу, ну, наверное, был неправ. Вот так должны выглядеть фирменные шелловские бочки с тем, что в них есть, а не с тем, что можно наклеить на бока, заказав те самые наклейки в любой рекламной конторе. Итак, место действия. Ленинский проспект Орджоникидзевского района. Событие – открытие Shell-центра. В смысле центра, ориентированного на замену масел и ориентированного на масла Shell. Скажем так, ну пока еще немножко сложно доехать, но за Shell'ом поедут? Поедут. Какой у нас Shell? Вот, потому что вот смотрели разный бывал Shell. На бочках сбоку написан Shell, это правильно? Это, в принципе, неправильно. У нас продукция только фирменная, от официальных производителей, от официального дистрибьютора в России. То есть вот то, что я видел, сверху этикетка фирменная шелловская и никак по-другому. Да, все верно, вы это сами видели. А мы еще чем можем гордиться? Здесь говорят, цены какие-то шоколадные на Shell. Ну, цена, да. Для примера, на Shell 540, Shell Helix 540, у нас стоит всего 320 рублей за литр. Это синтетика чистая. Кроме всего прочего, весь ваш стандартный перечень работ, которые вы предлагаете, что это? Давайте вкратце. Ну, вкратце, основное, естественно, у нас пункт замены масла, значит, соответственно, замена масла. Замена масла у нас, как всегда, бесплатная при покупке масла у нас. Вот. Что касается дополнительных услуг, стандартно шиномонтаж полный, то есть балансировка, шиномонтаж, ремонт колес, плюс замена масла в ГУРе, замена антифриза, замена масла в автоматической коробке передач, то есть в мостах, в раздатках, ну где угодно. То есть, в принципе, основной перечень. Естественно, если приедет человек, захочет что-нибудь бюджетное, типа Лукойла, можно ему и организовать. Да, конечно, в принципе, тот же Лукойл мы тоже предлагаем. Ну и весь перечень основной, но Shell. В чем прелесть-то? Я посмотрел, вот эти новые бочки, в смысле 20-литровые, Shell для трансмиссии в 200-литровых бочках же не идет? Ну, как правило, не идет, то есть он поставляется на российский рынок именно в пластиковой таре. Вместе с антифризом и со всеми делами, другими жидкостями. Да, 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 все верно. То есть, получается, Shell-центр переехал, в смысле, теперь Shell-центр, это адрес улицы Ленина, точнее, ну, напротив улицы Ленина 142. Какой конкретно адрес? Вообще адрес Салавата Юлаева 16. Если быть, если проще говорить, то это старая магнитка. И, естественно, баннеры ваши фирменные будут висеть, и никто не ошибется, как доехать. Да, конечно. Мы размещаем сейчас в ближайшее время баннеры по проспекту Ленина, опять же, и в одну, и в другую сторону. То есть по ним достаточно будет легко сориентироваться. Дом с зеленой крышей. Поселок Старая Магнитка, внезапно оказавшийся в центре города, привлекательное и уютное место. А теперь еще и полезное. Полезно, кстати, срезав дистанцию к пробке, заехать сюда поменять масло. Полезно, отправив супругу с малым в гостиный двор, здесь подлечить коня своего родного. Причем делают здесь все. Ну и не Шеллом единым жив человек. И это понятно. И здесь, опять же, выбор масел других ведущих фирм. Доливку которых, в случае чего, без проблем купите в Магадане и в Уренгое. И в любом магазине сельском. При этом надо учитывать, что пункт экспресс-замены масла – это дочернее предприятие очень солидной и старейшей магнитогорской фирмы. И она позволяет себе здесь, с позиции лидера, держать минимальные цены. В принципе, здесь две дороги. Все очень просто. Первая дорога – это проспект Ленина, не доезжая до Завинягина, казачьей переправы. Вот, ну вот здесь этот забор. Направо повернули, скоро здесь штендеры будут стоять, и все понятно станет. Вторая дорога, самую нашел. Несложно, оказывается. Старую магнитку въезжаете возле храма, да? Ну, если что, в пробке не стоять.
Вот, проезжаете, и там пустыречек такой. Ну, мимо него не проехать, не пройти. Дорога основная идет налево, а вы, ну, немножко по щебеночке, и вот сюда точно приедете. И как раз ориентир тут оригинальный. Последний объект докризисного долгостроя.